Здравствуйте, дорогие друзья. К сожалению, наше прошлое прохождение закончилось трагически. Сейв закарабкался. Поэтому в этот раз режим последнего Атланта мы включать, пожалуй, не будем. Хочется мне поиграть за силовичка. Это ускорит наше прохождение в начале игры. С одной стороны, с другой стороны, им очень легко сдохнуть. Ну прям... Максимально легко, у нас будет всего лишь 10 выносливости. Это, конечно, то еще развлечение. Мы также не сможем взять живучесть. Безумная будет силодиночка. На самом деле разница между 10 выносливостью и 12 выносливостью или там 14 в начале игры никакой нету. То есть, ну что, по сути, это дает на первом левеле 2 хитпоинта, на втором левеле еще 2 хитпоинта. Да. То есть только с живучестью получаете уже при выносливости 16 какой-то профит более-менее ощутимый, но на нечестном режиме сложности при двойном уроне это как бы все очень шатко. Между 19 и 20 сил в начале игры очень ощутимо. То есть это единичка на попадание вместо ...40% шанса попасть по вот этим вот бомжам. У нас уже 45% шанс попасть, а если мы по ним попадаем, да, выше шанс убить их с уроном плюс 7. То есть минимум мы 8 урона наносим. У них у всех по... Непонятно сколько хитпоинтов, но не важно. Не очень много хитпоинтов у них, прямо скажем. По-моему, там в районе десятки, что ли. Так, одеваем колечко. Пьем зелье. Так, Линси. У нас милишник Ассасин. Одеваем тебе кольчужку. Так, а что ты не хочешь второй кинжал одевать? Ну-ка, одевай оба. Все равно ты ни в кого не попадешь, а так два раза будешь атаковать. Лисенька.
Заклинание раз. Заклинание два. Заклинание три. По-моему, я за все время, что играл в Pathfinder, этот крик не использовал ни разу. Но он, честно говоря, выглядит довольно бесполезно. Атакуем с разбегом, надеемся вырубить его. У нас это не получается. Добиваем его стрелочкой. Подходим поближе. Кто будет первый? Ты будешь первым. Пытаемся сделать так, у нас не получается. Опять не получается, опять поближе подходим. Так, ты застиг под простор. Есть хороший шанс тебя добить. Ну, давайте попробуем кинуть у него ступор. Отлично, прокатило. Даем стрелочку. Походим после линьки. Так. Давай вперед. Линьки не попало почему-то. Вот мейн попал, отлично. Пьем хелием. Бесполезно. Да, зачем мне это подбирал? Так, наблюдаем замечательный скриптовый бой. Главное его обойти до того, как начнутся киллы. Отлично, с этими ребятками разобрались. Так, тут нужно поменять порядок. Угу. Это нужно для того, чтобы... Девочка. Но. Сразу убила этого дурачка. Ah!
О! Сейчас как кинем на него крик. О! Один урона. Да, детка. Мы убили его. Вот это да, вот и крик пригодился. Вы видите, в игре нету бесполезных заклинаний, есть ситуационные. Или как это, ситуативные, да? Щиточек брать не будем. Рыбничек возьмем. Щиточек возьмем. И всякую щитню тоже возьмем. Ну, хотя бы не самоубилась. Ой-ой-ой. Минус экспа. Сколько она экспы дает? 54. Ой-ой-ой-ой. Это очень-очень-очень-очень плохо было сейчас. Ну, как плохо. Ну, так же плохо на самом деле. Говорит, что кто-то идет, но он нас не видит. Интересный персонаж. Так, здесь главное убить вот этого дурачка. Думаю, это вот так. Вот так. Опять все сломалось. Так, ладно, у нас есть волшебная стрелочка. Ничего страшного, просто надо покатить. Отлично. Так. А где я валяюсь? Вон я валяюсь. Отлично. Так. Да чтоб тебя.
Ясно. Справились с бандитами. На самом деле все это можно было сделать без приключений, но и так сойдет. Так, нам остался всего один бой. Ну, то есть настоящий бой. Потому что то, что творится... Творится в главном зале, это, конечно, прикольно, но на бой немножечко не похож. Мы трогать не будем, конечно же. Нам она не нужна. Все, последняя битва в этой игре. Точнее, на сегодня. Так, ты кидай эту штучку. Так, песенки у нас закончились. Ножки у нас тоже закончились, да? Побежали. Бам! Приятно, когда все получается. Ну, это было как-то слишком легко. Я ожидал большего сопротивления. Так, убийцы не дремлют, да? Убиваем бесполезного гномика. И идем проваливать проверки. Атлетики. Да ладно, сколько мы бросили? 17. Очень плохо. Так, есть там ничего не нужно. Давайте выкинем вот эти вот курточки, которые стоят одну монету.
насколько я знаю, единственный вариант проиграть этот бой — это получить крит мейна на много урона, чтобы он прям сдох. И... или получить крит Тартучо, чтобы он тоже прям сдох. Надо помочь Джаманди, скорее, говорит Микаэси. Хорошо, Каэси, мы сделаем это. Мы поможем Джаманди, честно. Так, все, давайте. Все, убиваем рыжака убить. Не подпускайте их. Так, тут все вырубаем. Интеллект ему не нужен. Ты постой тут. Остальные пусть это самое. Убивают лужаков убийц. Так, вот у нас тут умер. Так. Это все будет очень долго продолжаться, поэтому мы сделаем так и отправим его убивать Жака Убийц. Так, ты не должен убивать Жака Убийц. Так, камень наконец-то поднялась. Опять упала. Детка, мы справились со всеми этими приключениями. Так, все, раздеваем наших персонажей, которых мы не будем использовать. Да. Да. Собираем всякое барахло. Так, смотреть не надо. Возьмем топорик для Амири. Так, не забыть. Вот это вот сделать. С Джамантой. Так, отлично. Ну, даже какой-то опыт получил. Вот это да. Я просто думал взять левел колдуна, тогда мы сможем закидывать этими магическими доспехами, вот. Но с другой стороны, мы потеряем столько силы, что
Я не знаю. Мне кажется, что вивисектор все равно профитнее на втором уровне. А колдуна можно взять там на третьем, допустим. Так. Ну, тут все равно что брать, мы этим все равно никогда не сможем пользоваться. Так, мне нужно внимание. Знание мир, насколько я помню, дам. Дам. Эксперт. Внимание. Плюс 3. Внимательный наблюдатель. Плюс 4. Давайте возьмем эксперт убеждения. Тут, конечно же, масло. Попробуем убедить Боттена в том, что мы классные ребята. Тут возьмем уровень варвара. Объясню почему. Потому что мы сейчас будем драться с этими дурацкими котиками, официанами, да? А это наша милая девочка по умолчанию входит вот в эту стоечку. Получается, что мы получим плюс две к атаке в любом случае, как бы, без мутагена. И не будем терять один раунд на этот, на это дело. Так. Так, девочка, давай-ка мы тебе оружие такое дадим, нормальное. И броник на плюс 6. Тебе оденем вот эту вот штучку. Ты возьми вот эту вот штучку. Можешь одеть щиточек. Все, у нас бар-танк. Смотрите на нее, 19 защиты. А теперь посмотрите на эту девочку. Ух, красавица. Так, ладно, все на сегодня. Мы на этом прощаемся с вами. Увидимся в следующий раз. Всем спасибо.